Движение автомобилей затруднено на дорогах городского округа. В час пик в Люберцах стоит Октябрьский проспект. Всегда в пробке. Утром, вечером, в любой момент здесь постоянно пробка. Здесь всегда пробка, потому что многие водители, наверное, не знают правил движения. Ведь вот это основной поток. У них препятствия. Почему они стоят в три ряда? Ведь это не должно быть, это нарушение. Погода ни при чем, и снег ни при чем. В этой пробке, по-моему, уже третий месяц мы стоим, потому что здесь вот раскопали, до сих пор никак не могут закопать. Получается, я здесь раз в неделю обязательно стою, трачу минут по 30. В сторону столицы жители Подмосковья долго не могут выехать из-за пробок на МКАДе. В Красковье движение транспорта утром приостановилось на улице Карла Маркса. Большое скопление машин на дорогах возникло в поселке Октябрьский, на Новорязанском шоссе и улице Ленина.